Здравствуйте. Штангенциркуль за 300 рублей. 300 рублей. Какой может быть инструмент за 300 рублей? Он так красиво выглядит на картинках. У него такой огромный дисплей, что я не выдержал, я его взял и приобрел. И мне кажется, что он даже сейчас вот здесь на видео выглядит, ну, вроде бы как нормально, но надо все рассмотреть вблизи обязательно. Рекордно низкая скорость доставки. Буквально там за 3 дня он приехал в этот в Пятерочку, и в Пятерочке в ящике я его забрал. Давайте распечатаем. Был он вот в таком вот пакетике. Ой, даже включился. Сейчас я его пока что выключу. Сначала рассмотрим внимательно. Ну, уже понятно, что он весь пластиковый. Он весь, абсолютно весь никакой. Он просто пластиковый. Да, он даже гнется вот так вот. Сейчас попробую максимально близко показать, насколько он красиво, ровно и хорошо сделан, что вот здесь вот такие вмятины. Кстати говоря, сюда надо вставить было батарейку. Я ее уже вставил, 2032, нашел дома. И, в общем-то, он даже заработал. Снова я его выключил. Дисплей действительно большой, но он реально весь пластиковый. Это все пластик, все пластик. Попробую максимально близко показать. Кстати, это не царапина на дисплее, я уверен, а, наверное, это пленочка. Сейчас мы ее отковыряем. Давай, 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 ковыряйся. Ногтем не захотел. У меня есть ковырялка вот такая. Да, вот она, пленочка. Вот она, пленочка. И дисплей действительно огромный. Прям как на картинке, как сказано, так оно и есть. Но вы только посмотрите. Вот. Я надеюсь, звук будет слышно. Вот этот вот пластиковый звук. 300 рублей штангенциркуль цифровой. Цифровой. Вот он. Пластик. Пластик, все пластиковое, абсолютно все пластиковое. Значит так, есть 3 кнопки, проверим, работают они. Сброс до 0, работает, хорошо, 0, ну-ка туда-сюда. Несколько раз проделаем. Надо же, в нули встает, да как же так? Я думал, будет хуже. Не ожидал, в 0. Ого, здорово. Так, вкл-выкл, ага. И систему мер. Но мы же в миллиметрах будем использовать. Миллиметры, ладно. Вот я такого-то не ожидал. Но это, конечно, это... Пластик, пластик. Но, во всяком случае, пока работает. Пока работает. Хорошо. И дисплей, действительно, такой огромный дисплей. Вот сейчас вот так вот хорошо видно, чтобы мои лампочки не отсвечивали на него. Долго думал, как проверить. Оказывается, все очень просто. У нас... В каждом доме, наверное, есть теперь такая штука, как банковская карта. И банковские карты имеют каждый определенный размер. Значит, в длину она 8,56. Это я проверил. Можете тоже убедиться, набрать в интернете где-нибудь размеры банковской карты. В высоту она 5,39. Ну что ж, проверим. 5,39. Это какие-то чудеса, какие невероятные. Пластиковый штангенциркуль показывает 5 еще раз, еще раз. 5,40. Ну ладно, даже если 1/100, пусть будет 5,40, 5,39. Чудеса, просто чудеса. Невероятно, невероятно, невероятно. 8,56 должно быть, 8,56. Пробуем. 8,57. 8,57. Неужели такая точность? Неужели он такой точный? 87, 87. Ну, чудеса. Просто невероятно. Невероятные чудеса. 300 рублей цифровой штангенциркуль. И уходит в ноль. Просто невероятные чудеса. Я не знаю, сколько эта штука у меня. Но вот 6 миллиметров. 5,8, 5,9. 5,9. 6. Конечно, он это весь, поскольку пластиковый, он может играть туда-сюда. Но если сильно не давить, он же показывает именно то, что надо. Как бы проверить прочность пластика? Наверное, я возьму какой-нибудь ножичек сейчас и попробую его поковырять. Так, свежий ножичек.
Пластик. Понятно, что если мы будем измерять с такой силой лезвие ножа, то пластик весь испортится. Но мне кажется, чтобы один раз замерить, сделать какие-нибудь замеры, вполне можно отдать, наверное, 300 рублей. Нож обычный кухонный, но он, правда, новый. Соответственно, он хорошо режет. Но он с легкостью справился с этим пластиком этого штанги-циркуля. Какая красота. Вот так вот. Вот такой вот инструмент. Ох, что-то отлетело уже от него. Ну-ка, что это у нас? Так, это, наверное, было здесь. Ага, ну, можно обратно. Вот, отремонтировал. Вот. Так что обращайтесь, если нужен будет кому ремонт штангенциркулей, пожалуйста, пишите в комментариях. Обязательно подскажу, чем смогу. Как и что здесь устроено. Теперь я профессионал, теперь я все знаю, как здесь что. Можно, наверное, было бы его и разобрать. А вот металлическая деталь я вижу, вон там. И, наверное, металлическая деталь еще есть в дисплее. А так остальное все пластик. Но он встает в ноль, надо же, вот это вот. Вот меня это прям поражает. Ладно, вот слишком долго я с ним восхищаюсь. В общем, все понятно. Это мой штангенциркуль за 300 рублей. Надеюсь, я кому-то был полезен. А по традиции желаю всем качественных гаджетов, удачных покупок, удачных продаж и пока.